сегодня буду декорировать вот такой ящичек. Дно у него фанера, боковинки сосна. Имеются два отверстия, которые буду заделывать. Дно тоже следует ошкурить. Также боковинки. Здесь вот требуется немножечко поработать шпатлевкой. Шпатлевкой, конечно, вот такое большое отверстие не заделаешь сразу. Поэтому я буду кусочек вклеивать сюда кусочек бумажного полотенца. А затем, когда высохнет клей, буду шпаклевкой закрывать отверстие. Итак, приступаю. Сначала буду работать крупно зернистой шкурочкой, потому что вот здесь такие шероховатости очень сильные, а потом мелкой. Вот здесь тоже потребуется немножечко ошкурить. И все это вот заделать шпатлевкой. Теперь буду закрывать отверстие. Бумажное полотенце я скатываю в трубочку. Буду приклеивать вот на такой клей. Можно и на ПВА, но ПВА очень долго сохнет. Поэтому я буду на этот клей. Можно горячим, можно клеем из горячего пистолета закрыть вообще это отверстие. Но у меня проблема получилась горячим пистолетом. Муж взял ремонтировать, поэтому я буду вот так делать. Так, нужно плотненько, чтобы было и не выходило за пределы вот этого отверстия с этой стороны и с этой стороны. Так, немножечко проклеим, сюда тоже капнет немножко. И вот так заделаю с двух сторон. Тянется за пальцем. Так вот, аккуратней. И сейчас заклею это отверстие. Жидковатая, поэтому следует пройтись несколько раз. Сначала одним слоем высушить, прошкурить, затем другим слоем. Ну и так, пока не выровняется поверхность. Закрыла все отверстия и все неровности шпатлевкой. Покрасила полностью белой акриловой краской. И сейчас буду делать декупаж. Использовать буду вот такую же салфетку, как и на катушках. Но сначала хочу внутри окрасить в цвет. Ну, наверное, будет у меня розовый, так как очень сложно подобрать зеленоватый такой вот оттенок. Поэтому внутренняя часть у меня будет розовая. Краску я наводила сама. В белую добавила красную, немножко бордовой и немножко капелька где-то черного цвета. И все тщательно перемешала. Получила вот такой вот розовый, пудровый. Thank you.
Я покрасила внутри ящичка и покрыла матовым лаком. Клеить буду салфетку. Я подобрала уже мотивы на салфетке, как они будут располагаться на работе. Нужно снять два слоя и оставить только цветочный слой салфетки. Клеить буду на ПВА. Салфетку просушила, покрыла на два слоя лаком и только тогда приступаю к боковинкам. И так каждую боковинку приклеила, просушила, покрыла лаком и приступаю к следующей боковинке. Салфеточку приклеила и теперь немножко подпачкаю края. Краску для этого беру умбружённую. Слегка отбиваю. И не очень, чтобы грязненько было. Так, растушевывать надо. Если слишком грязно получается, то можно влажной салфеточкой. Прошлась немножечко влажной, чтобы не очень грязно было. Я не люблю, когда сильно пачкано. Вот так слегка краешечки со всех сторон. И вот здесь. Подобрала фурнитуру для шкатулочки, ножки, вот такую ручку и на боковинке вот эти вот такие вот штучечки. Всю эту фурнитуру буду красить в розовый цвет и прикреплю к ящичку. Прежде чем красить, я обезжирю. Это у меня здесь муравьиный спирт. Я обрызгаю, чтобы он хорошо протух. Я просто все потом покрашу.
немножко пройдусь красной краской. Так, слегка. Чтобы было видно и розовое, и красное. Все детали покрываю лаком. Немного добавлю белой краски по выступающим частям. Слишком много взяла. Может так. Если где-то не понравится, можно опять пройтись сверху красной или же розовой. Приклеивать здесь буду на боковые части вот эти штучки, на клей момент монтаж жидкие гвозди. Ножки здесь прикручиваются, поэтому ножки буду прикручивать. Приклеила фурнитуру. Ножки прикрутила на шурупчики, ручку тоже дополнительно, и клей, и шурупы, также и ножки, клей и шурупы. Эти не требуют на шурупы, просто декоративный элемент приклеен на клей. Клеила я на клей-момент монтаж жидкие гвозди. Сейчас буду делать набрызг. Набрызг буду, я вот уже начала. Развела умбру жженную красочку. Набрызг буду делать и внутри, и снаружи. Сначала умброй. Коричневый цвет. Внутри ящичка, можно так сверху. И белый цвет буду сейчас наводить. И белой красочкой. Что-то у меня лишнее. Так, взяла другую кисточку. Белый больше виден здесь, на ящичке. Ну, вот так оно. Сначала внутри. И немножко добавлю. Чуть-чуть. И останется донышко. Последний штрих
Это украшение. Я здесь сделала кисточку и сейчас ее прикреплю.